Вячеслав Беляев, главный тренер ФК Евпатория. Ваши впечатления от сегодняшнего матча? Ну, опять два разных тайма. Первый тайм компактно выполнили установку. Второй тайм, последние 30 минут, ну, я считаю, могу назвать это провальными. Будем более детально разбирать, придет отчет. Слава Богу, у меня еще есть доступ к программе «Инстатфутбол». Посмотрим, что пошло не так. Надо смотреть видео на холодное, скажем, на холодный разум надо посмотреть видео и еще раз все проанализировать, что пошло не так. Я не исключаю, что здесь и моя ошибка, скорее всего, сыграла роль. То, что мы с первых минут захватили мяч, активно двигались вперед, это была такая идея, или, так сказать, Таврия нам отдала мяч и сама решила сыграть с нами на контратаку? Я не думаю, что кто-то там Таврия строила, она играла дома, не думала, что строила на контратаках. Я думаю, они знают, что мы начинаем неплохо, контролируем неплохо мяч, думаю, так. Ну, мы строили игру, я сказал, что нужно пощупать соперника и играть в свой футбол. Если будет получаться, пожалуйста, играйте. И в первом тайме все получилось. Как могли еще забить, мы могли также их пропустить. При подготовке к сегодняшней игре вы напоминали футболистам, что у них уже есть опыт победы над Таврией? Или тот матч уже не вспоминался? Во-первых, надо таким забывать от побед, к победе, от шаг за шагом двигаться здесь. Сегодня ты мог выиграть, завтра ты проиграешь там или сыграешь ничью. Тут опыт, он каждой игры сказывается. Не только там победа над Таврией, там победа над Химками или еще. Неважно. Мы двигаемся дальше, готовимся к каждой игре, пытаемся расти, скажем так, молодых футболистов. И все-таки от сегодняшнего результата больше удовлетворения или больше разочарования? Больше разочарования, скорее всего, потому что как бы выигрывая 2-0, меня так учили. Выигрывая 2-0 на выезде, это минимальное, что может быть, это мяча. Минимально. А то, что касается сам результат, я ребятам сказал, вы не вешайте голову. Да, есть такие ошибки, которые не может игрок премьер-лиги допускать. Есть эти ошибки. Значит, будем над ними работать, еще раз более детально разбирать. Ну а то, что мы начали чемпионат, первый круг с двух поражений, а теперь начали с двух ничьих, значит, есть какой-то прогресс, да. Будем разбираться, еще раз говорю.